мы находимся в Нормандии. Это северная область Франции. Мы – это губернаторский, Орловский губернаторский камерный хор «Лик». Мы участвуем в юбилейном фестивале, это приятно. 10-й по счету. Этот фестиваль называется «Music and Côte de Nacre», то есть «Музыка на перламутровом берегу». Как вы видите, берег прямо за нами. Перламутра здесь как-то не очень много, но музыкального перламутра хватает. Здесь есть замечательные мастера, которые вместе с нами готовят концерты и выступают в них. Певцы, музыканты, оркестровые музыканты. Ну и ваши покорные слуги – это камерный хор. Все подчинено графику фестиваля. Мы здесь работаем по 6, по 7, бывает и более часов. Вот, регулярно каждый вечер даются концерты. И вот в это время сейчас вот тоже дается концерт. В основном это концертные площадки – это храмы католические, или действующие, или уже приспособленные под концертные залы. Акустически очень хорошие. График фестиваля почему может считаться достаточно жестким? Все концерты начинаются в 9 часов вечера. Для нас это очень непривычно, для музыкантов российских. Во-вторых, сразу суммируется и репетиция, потом собственный концерт, два отделения по одному часу. Таким образом получается, что люди находятся в большом нервном и физическом, психологическом напряжении в течение не менее 3-3,5 часов. Это масштабы запредельные, и не всякий их выдерживает. А вдобавок еще здесь погодные условия своеобразные. Как вы видите, вот сзади море, то есть воздух достаточно влажный, а при температуре где-то около 30 градусов это уже баня. Это уже баня, это уже парилка, и работать в такой атмосфере – это еще один такой плюс или минус по отношению к наличию или отсутствию выносливости у певца. Хором французским, любителей музыки и нашим профессиональным коллективом, совместным таким составом, готовится к постановке два финальных концерта «Реквием Верди». Любой музыкант, певец, хоровик может только мечтать исполнить это сочинение с оркестром при хорошей публике, в хорошем зале. И это тоже является большим стимулом для нашего участия в этом фестивале. Слава Богу, мы имеем возможность этот фестиваль сделать частично и русским. Нам это приятно.